Всем доброе утро. Происходит у нас сборка павильона, усиленная, новая модель, с которой мы будем ездить по выставкам. Такая мощная. Этот торец собирают. Сейчас идет сборка павильона. Собирается каркас. Это собрана арка. Видите, какая мощная, усиленная. Труба 20 на 40, 20 на 20. Покраска полимерно-порошковая, труба сама оцинкованная. Торец собрали, поликарбонатом обшили. Сверху стоит уплотнитель резиновый, видите, сверху на крышу. Здесь будет уголок примыкания. Вот такой уголок закрывающий на стенах. Так собирается все просто. Отверстия все просверлены заранее, до покраски и до монтажа. Все, оцинковка. Раз. Происходит защита сот поликарбоната перфолентой на низ. Потом одевается торцевой профиль. Собрали каркас, торцы обшили. Вот такая мощная конструкция, павильон, 3М называется, стандартная у нас. Так наклеивается. Вот такая у нас на цельных дверях будет ручка. Смотрите, специально сделана пластина, чтобы по металлу металл не терся. То есть вот так красиво все. Ну и снаружи будет соответствующий. Зашли, открыли. Для защиты сот вот такую мы применяем перфорированную ленту профессиональную. Наклеиваем на торцы сот и закрываем вот таким торцевым профилем. Для защиты этой ленты. Вот смотрите. Видите, как красиво, аккуратно. В наших теплицах для диагонального усиления стоят вот такие усилители. Смотрите. Видите? Для чего они сделаны? Вот видите, каркас стоит без поликарбоната. У большинства производителей каркас держится без поликарбоната. То есть каркас держится за счет поликарбоната. У нас, смотрите, видите, хождение ноль. То есть каркас стоит мертво. Вот его шевелишь, он стоит намертво. То есть хождения нет. Смотрите, низ крепится. Вот такой уголок у нас отлив ставится, когда установка идет на фундамент бетонный или ленточный. Поликарбон крепится к такому отливу. Всем доброго дня, всем нашим подписчикам и ценителям наших теплиц. Представляем вашему вниманию новую, обновленную модель теплицы «Павильон» 2019 года. Сейчас мы вам расскажем о ее улучшениях и обновлениях. Что у нас поменялось? Начнем с двери. Значит, крючки вы знаете, какие у нас модные. Такая дверь цельная. Так закрывается и открывается. Такая вот ручка у нас. Видите, какая? Заходим. Закрываем. Смотрите, специально сделан язычок, чтобы вот этот язычок не терся металл, у него не стирал металл краску, а специальная пластина. Открываем, на крючок фиксируем. Проветривание, значит. Бывает трех видов. Вот такая форточка, которая делается лево, право, вниз, вверх, без разницы, по желанию клиента. Открывается, снаружи также все фиксируется крючком и закрывается. Также здесь тоже пластина, шпингалет. Второй вид – это стеновая фрамуга. Тоже может открываться как вправо, как влево, как вверх, как вниз. Фиксируется на крючок. Вот такое проветривание. Закрываем. Третья система проветривания – это фрамуга. Она может быть ручной
или автоматически, как сейчас. То есть, если автоматов нет, ставится ручка специальная. Мугах рассказали о проветривании. Теперь о конструктиве внешнем декоре. Добавили уголок. Видите, планка такая, которая примыкание закрывает. Их два варианта. Или вот такая планка уголок. Или идем дальше. С этой стороны. Или вот так вот. Видите, без уголка. Все это дополнительно. Да, вот на фоточке вот такой крючок тоже фиксирует. Следующий момент. Что еще добавилось у нас? Обновилось. Вот такой делается перелив. Уголок. Под него подходит поликарбонат. Сверху тоже поликарбонат. Все с перфолентой, с торцевиком. Видите, как красиво все получается. Для того, чтобы поликарбонат внутри не ходил, ставится дополнительный прогон. Видите, он зажимает поликарбонат между переливом и прогоном. Все по-правильному. Цвет этого образца 8017. Это за дополнительную плату. Стандартный цвет 7035. Арки соответствующие все у нас усиленные в виде ферм. Внешняя труба идет 20/40, внутренняя 20/20. Сварка вся в круговую. Полуавтоматом везде. Труба применяется только оцинкованная. 20/40 и 20/20. 20/40 это 1,2, 20/20 это 1,5. И потом покраска примерно порошковая. Диагональное усиление также ставится для того, чтобы теплица без поликарбоната не гуляла. У многих производителей она держится с двух сторон. За счет поликарбоната диагональное усиление. Также смотрите, как развязали торец. Торец очень усиленный. Здесь стоит диагональное усиление, косины так называемые. Крепление поликарбоната происходит вот с такими шайбами с резиновым уплотнением. Также в торце ставится уплотнитель резиновый, видите, по периметру. И самое главное, дверной проем. Смотрите, как он у нас получился. Теперь дверь идет не внахлёст, а идет... Открываем аккуратно на стойку. Видите, по периметру. То есть, если кто-то хочет, можно наклеить уплотнитель самоклеящий резиновый. И будет вообще герметичная дверь. Высота стен 1,65 м. Общая высота 2,40 м. У нас обновленный получился павильон. Нагрузки выдерживают любые. Гарантия 10 лет по снеговой нагрузке. Такой мощный каркас и теплица сама. Очень аккуратная, красивая. Если сравнивать. Вот он стоит у нас павильон старого типа. Видите, у него переход как. Не очень красиво. Поэтому сделали перелив улучшенный и доработанный. Так вот. Сейчас мы переходим на все такие, потому что легенды у нас идут с переливом. Рассказали о теплице павильон. Подписывайтесь на нас, смотрите, пишите комментарии, лайки. Всем огромное спасибо. Палец вверх. До свидания.